Дорогие друзья, я Виктор Судаков и наша передача «За гранью проповеди». Здесь мы разбираем темы, которые я обычно не беру на воскресных собраниях. Большое спасибо за ваши комментарии. Я стараюсь их все читать, и некоторые комментарии очень интересны. За них особое спасибо. Спасибо вам за вопросы и за темы, которые вы предлагаете для новых передач. Меня тут недавно упрекнули в одном из комментариев. «Виктор, вот в 90-е годы вы как-то иначе смотрели на некоторые вопросы, о которых рассказываете нам сегодня. Почему такое непостоянство?» Знаете, только Бог неизменен. Писание говорит, что у Него нет изменения и ни тени перемены. Он неизменный и при этом счастлив. Человек же создан для того, чтобы развиваться. Неизменность для нас – это проклятие. А изменение – это когда старое пересматривается, что-то меняется, что-то дорабатывается. Я заметил, что верующие рано или поздно сталкиваются с разочарованием в каких-то доктринах, в каких-то учениях, которые они раньше с восторгом принимали. Многие служители, которым я внимал в 90-е годы, сегодня уже не имеют для меня прежнего авторитета. И это не страшно. Многие с этим сталкиваются. Тут другое важно. А что мы делаем, когда сталкиваемся с разочарованиями? Одни машут на все рукой и уходят. Другие остаются, но превращаются в циников, которые сами уже не верят в то, о чем говорят. Они просто становятся шестеренками в религиозном механизме и так бездумно крутятся. Для третьих же это возможность отбросить ложное, неработающее и углубиться в познании Бога и Его Слова. Так эти третьи поднимаются на новый уровень в богопознании, ведь развитие чаще всего происходит через кризисы. Я в своей жизни убедился, радикальные учения веры, позитива, бесконечные победы и процветания. Процветание всегда и во всем. Так вот, это не работает. Нравится кому-то это или не нравится, но это так. Вера без дел мертва. Сколько бы мы ни были уверены в невидимом, но все-таки должны быть настоящие результаты. Настоящие, а не поддельные. А когда все начинается невидимым и заканчивается невидимым, то это просто самообман. С годами приходишь к тому, что надо верить не в веру, надо верить в Господа. А если человек после продолжительного времени пребывания в христианстве все еще стоит на радикальном учении веры, то он либо глуп и не способен даже к простейшему анализу и логике, либо он лукавый и использует учение о радикальной вере и тотальном исцелении для личного обогащения, поскольку люди намного больше жертвуют, когда им обещают всевозможные чудеса, а просто на социальную работу или на развитие церкви жертвуют, как правило, меньше. Либо же человек и не глуп, и не мошенник, но он просто сознательно выбрал такую позицию. Коней на переправе не меняет. У него такая нескончаемая переправа стремление быть верным даже тому, что не работает. Такой человек сознательно заглушает голос разума, предпочитает не видеть, не слышать, и это он и называет верой. И вот этих мне жаль более других, потому что они живут не в реальном мире, а в иллюзорном. Но это их выбор им с этим жить. Мне же вот лично жаль, что я в молодости потерял массу времени, доверяя тем, Кому не следовало доверять? Тем проповедникам, книгам, которые я в то время изучал и которые сегодня бы никому не посоветовал. Поэтому я и хочу, чтобы молодые верующие, молодые служители, проповедники услышали меня и не повторили ошибки эти, не потратили массу времени на нестоящее. Лично я верю в Бога, верю в Бога, совершающего чудеса, совершающего исцеления. Но это не спрогнозировать и не поставить на поток. Нельзя сделать конвейер чудес. Служители, заявляющие, что у них постоянный поток чудес, являются обычными манипуляторами. Возникает же вопрос, а как же вот дары Духа, о которых говорится в Библии? По поводу даров Духа в христианстве опять есть диаметрально противоположные точки зрения. Одни верят в то, что эти дары должны действовать по любому нашему желанию или даже нашему приказанию. Другие же, с другой стороны, убеждены, что действие этих даров прошло с возникновением канона священного писания. В начале церкви как бы эти дары были нужны, но после появления Нового Завета надобность в них отпала. Так вот, сегодня я покажу свой взгляд на эту тему. Я его нигде не вычитал, ни у кого не подсмотрел. Я его выработал за годы своего служения и изучения священного писания. Поэтому я прошу вас, напишите в комментариях, встречались ли вы с подобным взглядом. Наверняка кто-то думает так же, просто я об этом не знаю. Поэтому, если вы читали или слышали подобное в какой-то проповеди, напишите, мне будет очень интересно. Итак, давайте откроем место писания, где говорится о... Дарах Духа это первое послание к Коринфянам, 12 глава, и вот 4 стих. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Вот обратите внимание, Бог делает не кое-что для кое-кого, а производит все во всех. Вот в современном переводе российского библейского общества это место переводится так. Во всех действует для всех один и тот же Бог. И вот у нас есть стереотипы, что есть какие-то особенные люди, которые постоянно наделены особенными сверхъестественными способностями как бы для других людей. И мы уверены, что это место Писания говорит именно об этом. А здесь сказано, что Бог совершает разные духовные проявления и действия во всех. Во всех, а не в ком-то особенном. Дальше сказано, но каждому дается проявление Духа на пользу. Опять, не кое-кому, а каждому. И что дается? Проявление Духа. И вот эти проявления Духа и перечисляются дальше. Какие же бывают проявления? Одному дается духом слово мудрости, другому, другому слово знание тем же духом. То есть, видите, здесь сказано о слове знания и слове мудрости. То есть в какой-то ситуации тебе вдруг начинает нечто открываться. Ты нуждаешься, ты не понимаешь, что делать, и вот что-то тебе открывается. Это не означает, что у тебя всегда есть какое-то особое знание, и ты ходишь и всем говоришь то, что им как бы надо знать. Но это именно для тебя открылось, именно в твоей ситуации. У меня бывают моменты, когда вдруг мне открывается знание о каком-то деле, или вдруг приходит какая-то удивительная мудрость, как поступить или как сказать в той или иной ситуации. Уверен, что такое бывает не только у меня. И это не означает, что в другой ситуации Бог тебе тоже обязательно нечто откроет. Потому что Слово ⁇ это часть, это фрагмент. Тебе дается не вся мудрость постоянно, а мудрость в каких-то определенных обстоятельствах. Дальше апостол Павел продолжает говорить о дарах. Иному вера. Тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Я читал в свое время разных проповедников, которые в своих книгах одни и те же дары истолковывали совершенно по-разному. Давайте посмотрим, что же здесь сказано. Так вот, вначале говорится о вере, то есть кому-то дается уверенность в какой-то ситуации. Это опять не означает, что теперь ты всегда и во всем будешь как Чапаев на коне уверенный. Но порой словно небеса открываются и сердце наполняет уверенность. Также говорится здесь о дарах исцелений. То есть Бог исцеляет больного. Здесь не сказано, что он дает какую-то суперспособность кому-то исцелять других людей, но нуждающийся в исцелении получает дар исцеления, то есть исцеляется. Слово исцеление здесь греческое слово ямма, оно означает э, не только исцеление, но и целительные лечебные средства, лекарства. Знаете, если мы будем с вами честны, в любой городской больнице исцеляется намного больше людей, чем на великих супер-пупер служениях исцелений. Именно медицина, а не служение исцелений, является главным инструментом, через который люди получают здоровье. Другое дело, конечно, что и врачи далеко не все могут, поэтому мы должны уповать на Бога, а не на лекарства и не на докторов. Также Апостол Павел здесь пишет о чудотворении. Интересно, что чудотворение ⁇ это два греческих слова. Одно греческое слово ⁇ энергима ⁇ отсюда наше слово ⁇ энергия ⁇ Так вот, энергима означает дело, действие. И второе слово ⁇ дунамис ⁇ Это означает сила, мощь, возможность, способность. Когда Иисус говорил, что мы примем примем силу, когда сойдет на нас Дух Святой, здесь как раз Иисус использует слово «дунамис». То есть получается, кому-то дается действие сил или действие возможности или действие способности. Видите, опять-таки, широкая возможность для толкования, что стоит за этим. Также Павел пишет о пророчестве. Ну, это слово «профитея» означает «пророчество», «предсказание». Об этом Довольно много у нас в церквах говорится. И вот далее апостол Павел говорит о развлечении духов. Дух по-гречески это слово пневма, пневма означающее ветер, дуновение, дыхание, дух, вдохновение. Вряд ли апостол Павел тут подразумевает э, развлечение ветров. Э, тут речь идет не о синоптиках. Здесь говорится о развлечении духов или развлечении. Вдохновений. Чем это вдохновлено? Еще здесь сказано о разных языках. Это тоже два греческих слова. Одно слово генос, отсюда наше слово гены, да. Это слово означает род, семья, племя, происхождение, класс, разряд. И второе греческое слово голоса. Вот отсюда наше наше слово голос. Так вот голоса означает язык, речь, наречие. Поэтому словосочетание это можно перевести как разного рода языки или разные речи. И вот последнее, о чем пишет э, Павел, об истолковании языков. И вот истолкование – это еще одно греческое слово герменея. Отсюда пошло понятие герменевтика. Да? Герменея означает истолкование, разъяснение, раскрытие смысла. То есть вот герменея языка. Значит, кому-то дается раскрытие смысла речи. Очень важный дар, особенно в наше время, когда большинство не понимают совершенно смысла сказанного. Даже если это сказано на их родном языке. Я подробнее об этом говорю в своей проповеди, как услышать ближнего. Я вам советую ее найти и послушать. Далее, апостол Павел делает определенный вывод. 11 стих. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И видите, Бог дает людям дары, как я могу своему сыну сделать подарок, например, подарить ему велосипед. Но это не означает, что теперь у моего сына способность всем своим друзьям раздавать велосипеды. Я ему даю велосипед для него. Мы придумали, что есть какие-то особые посредники между Богом и нами. Конечно, Бог может действовать через какого-то верующего, чтобы сказать другим там, пророчество или кого-то вдохновить, или с кем-то поделиться мудростью, поделиться знанием. У меня бывают ситуации, когда я вижу человека буквально несколько минут и понимаю что-то про него, вот, словно сверхъестественно понимаю. Но это далеко не про всех. И далеко не про тех, про кого я хотел бы знать, поэтому наивно думать, что есть какие-то суперлюди, которые на постоянной основе являются посредниками между Богом и нами. Но как же некоторые хотят быть вот такими великими посредниками? Один заявляет, что у него патент на пророчество и все время там пророчит что-то. Другого патент на исцеление, да? Ходит и всех заявляет, что все здоровы, все здоровы. Третьего, у третьего патент на чудеса. Поэтому один там целитель, второй чудотворец, третий безумолку что-то там всем пророчит. И вот и возник культ помазанников, да, которые имеют вот эти особые духовные дары, чтобы служить другим. А почему бы Бог Богу этими дарами лично людям не служить? Больному давать дары исцеления тот здоров, запутавшемуся давать слово знания чтобы вывести его из трудной ситуации, тому, кто ничего не понимает, дать слово мудрости. Зачем нужны эти посредники? И мы видим, что вот этот культ посредников, там, или как мы называем, помазанников, так этот культ помазанников в последние годы с треском разваливается. Сколько сегодня мы видим всевозможных разоблачений этих помазанников? Нет суперлюдей, супер помазанников. Есть Бог, который дает каждому то, что ему угодно. Иногда через кого-то. Но не потому, что это особо великий помазанник, и он постоянно теперь что-то должен совершать. Просто потому, что Бог делает все и все по-разному. Иногда напрямую, иногда через кого-то, не делая этого кого-то супер помазанником, а просто как некий инструмент для какой-то ситуации и лишь на какое-то время. И это не спрогнозировать, хотя некоторые проповедники любят писать на о фишах своих служений. Сегодня вечер исцелений и чудес. Как бы уже сами все за Бога решили. И обычно на этих служениях такой ажиотаж, там люди даже на сцену выходят под впечатлениями, там под воздействием разных эмоций, у них там что-то прошло, там что-то исцелилось. Потом они возвращаются домой и смотрят, а там ничего не исцелилось. Да? А что проповедники говорят, ну ты исцелился, просто ты не удержал свое исцеление. Как бы наша плоть всегда найдет, чем себя оправдать. Бог совершает как ему угодно, и обычно он делает это напрямую в жизни молящегося или ищущего Бога человека. А если у кого-то происходят чудеса и исцеление на постоянной основе, то у меня к нему деловое предложение. В США есть фонд, фонд Джеймса Рэнди. Этот фонд дает миллион долларов тому, кто предъявит какие-либо сверхъестественные вещи, которые будут проверены исследователями. И если у вас регулярно появляются на служении драгоценные камни, или летают перья ангелов постоянно, или везде там лежит золотая пыль, или у людей после ваших молитв вырастают конечности, или, как я слышал одного деятеля, у него после молитв уже десятки людей воскресли из мертвых, так вот, в таком случае вы можете обратиться в этот фонд. Специалисты там все досконально проверят, и вы получите немалую сумму. Уверен, вы найдете ей достойное применение. В конце же нашей передачи я хочу еще раз повторить три главных мысли в отношении даров духа. Первое. Дары духа Бог прежде всего дает нуждающимся в них людям а не выискивает особых посредников, через которых бы ему это раздавать, эти дары. Дар исцеления – это когда человек исцеляется, а не когда у кого-то уникальная способность исцелять других людей. Второе. Нет единого понимания, что стоит за тем или иным даром. Не случайно, как я сказал, разные проповедники по-разному определяют значение того или иного дара. Ведь это же не полный список всех даров. Здесь лишь Павел перечисляет некоторые вещи, некоторые дары. И даже не так важно, что конкретно означает тот или иной дар. Надо понять, Бог совершает удивительные вещи в жизнях людей Духом Святым. И третье, как бы мы ни нуждались в сверхъестественной помощи, в какой-то поддержке или мудрости, мы должны не искать особые места или каких-то особых людей. Нужно идти к источнику жизни, к источнику всего. И для этого не нужно никуда ехать. Можно обратиться к Богу там, где ты находишься. И все, что нужно, обращаю ваше внимание, не все, что нам хочется, а все, что нужно, Он нам даст. Даже можно не сомневаться. Напоминаю, что я всегда рад видеть ваши вопросы и мнения в комментариях под этой программой. Понимаю, что кто-то будет совершенно со мной там не согласен, скажет, пастор, а я видел регулярные чудеса, я видел эти конвейеры чудес. В общем, пишите ваши комментарии, рассказывайте ваши свидетельства. Лично я видел немало чудес, немало исцелений, но вот эти служения постоянных чудес и исцелений, это обычная профанация. И я честно и с любовью поделился этим с вами. Будьте благословенны.